получается? Неужели у меня такой слабый пресс? Извини, но я бегу. Но вдруг она упадет? Кажется, она не понимает, как ей перебраться на нее. Ай, ты жива? Хай, ребятки, вы на канале Magic Family, волшебная семейка. Меня зовут Аня, и обычно тут всегда со мной мои собачки. Я Эйван, а это моя сестра Софи. Привет. А я Миша. А я Юми Чу, и я покемон, а не финок. Хоть вам и кажется, что я финок. Давай, тетя София, говори. Подписывайся на наш канал, ставь лайк и пиши нам комментарий. Да, потому что. Вот. В моем канале очень много питомцев, и сегодня главными героями видео будут мои хомячки. Рики и Лаки, мальчик и девочка, которых мы расселили, и они жили долгое время по раздельности и очень давно не виделись. И мне кажется, они очень скучали друг по другу. Кто смотрит мой канал давно, знает, что я очень часто что-нибудь заказываю на сайте zoobooz.ru. Если что, ссылку я оставлю в описании к этому видео. И вот в этот раз я снова сделала кое-какие покупочки для моих хомячков. Сегодня специально для нашего видео я собрала вот такую вот игровую комнатку. Вот она здесь. И я уже собрала вот такую вот большую деревянную игровую комнату для хомяков. Рики и Лаки сейчас живут в отдельных клеточках. Эти клеточки я уже вам показывала. Тут у нас живет маленькая зайка-девочка. А вот в этой космической клетке наш мальчик Рики. И сейчас они встретятся первый раз за время долгого-долгого расставания. Привет! Да ладно, Ань, ну ты что, нам давно не виделись и что? Привет, Рики. Привет, Лаки. Ну вот как мы и встретились. Как они будут себя вести? Они вдвоем спрятались в домик. Я думала, они будут обниматься и целоваться, потому что скучали друг по другу, но они занялись каждой своими делами. Посмотрим, как они будут реагировать на свою новенькую игровую комнату. Рики пока с интересом разглядывает свое новое помещение. Лаки все-таки забралась в свою качельку-лежаночку. Мне, как мальчику, больше нравится вот эта вот деревянная игровая комната. А мне нравится вот эта вот игровая, потому что она такого клевого цвета и очень вкусная. О, Лаки заинтересовалась качелькой. Хотя качелька тоже вкусная. Ты только ее не грызи, ты лучше качайся на ней. Качаться это очень весело и прикольно, только надо как-то придумать, как мне тут хорошенько усесться. В скором времени я хочу сделать для малышей просто гигантский-гигантский лабиринт. И обязательно вам покажу, как они будут себя в нем вести, как они будут там бегать, и может быть даже устроим соревнования между ними, кто будет быстрее. Не забывайте подписываться на наш инстаграм и наши группы ВКонтакте. Я постоянно вывешиваю фотки и новости из жизни всех моих питомцев. Я устрою себе челлендж, попробую забраться на второй этаж без лестницы. Так, сейчас зацеплюсь. Нет, у меня не получается. Неужели у меня такой слабый пресс? Упала. Попробую по лестнице. Нет, я же решила попробовать залезть без лестницы. Так, попробуем вот здесь, сейчас между лестницей и крышей, вот здесь. Точно, отлично, отличное местечко. Сейчас, раз, два, три, так. Лаки, давай, соображай, вот такая, зацепиться, протиснуться. Фу, слава богу, залезла. Вроде еще не очень жирная. Когда уже освободишь колесо, мне тоже пора бегать, сжигать жир. О, на, пожалуйста, побегай, я что-то уже устал. Отлично, теперь моя очередь. Лаки очень любит колесо, мне кажется, даже больше, чем Рики. Она постоянно крутит по ночам колесо в своем большом коттедже. Теперь у нее есть вот такое вот бесшумное деревянное колесико. Кто-то уже какашку там накатал. Это точно был не я. Ой, Рики, качелька, смотри. Надо сверху залезть. Да, качелька. Сейчас залезу на лесенку и сверху вниз. Рики сполз через дырочку, я практически успела это снять. Все-таки залезла на качели и качается на ней. Какой у нас прекрасный выходной сегодня, да, Рики? Да, детка, прекрасный выходной. Извини, но я бегу. Приветики случайным репостушам наше видео из группы ВКонтакте или со страницы мамы ВК. Привет от нас вот этим вот ребятам. Лаки очень любит лазить. Она все время залазит куда-нибудь очень высоко. Мне все время страшно. Даже в своей клетке она залазит по вот этим вот жердочкам на самый верх, и мне все время кажется, ну вдруг она упадет, но она никогда не падает и как-то аккуратненько умеет спускаться. Лаки, кажется, добралась до лестницы, но на лестницу она пока не идет, а просто ползет на самый верх. Кажется, она не понимает, как ей перебраться на нее. Ай, ты жива, ты цела, все хорошо, прыгнула на мягкую подушечку. И подпишись, я за тобой слежу. Скоро увидимся, пока. Если ты не редиска, поставь лайк, нажми подписку и оставь свой комментарий. Да-да-да-да-да-да-да. Юми, перестань, ты же портишь песню. Юми, пусть слова, которые тебе сказали. Лялики, смотри, я. Лялики, смотри, я. Лялики, смотри, я. По-моему, мы запороли песню. Да уж.